Эксперименты на кухне нередко приводят и к появлению новых блюд. Мы решили привлечь к этому увлекательному процессу юных тюменцев и предложили им порассуждать, вот как приготовить самый вкусный суп. Малыши живо включились в процесс, и вот какой рецепт у нас получился. Гурманы, будьте готовы запоминать или записывать. Чтобы сварить вкусный суп, надо положить картошку, морковку. Надо очистить свеклу, положить, несколько часов подождать. Потом получится какой-то бульон. Для этого нужны фрукты. И их сначала надо все пожарить, потом кинуть в суп и дальше доваривать. Надо положить капусту. Суп получился вкусный, надо туда добавить курицу и спагетти. Я бы добавила суп грибы от березовики. Чтобы суп получился вкусным, надо туда добавить огурцов. Я хочу, чтобы у повара было хорошее настроение.